65% владения мячом у Кайрата, 35% у Тараза. Удары по воротам 3-0 в пользу алматинцев, в створ 1-0. По два нарушения правил у футболистов. Один офсайд у Тараза. Так, ну вот тут уже, конечно, не спортивное поведение. Страсти накаляются. Эргашев пытается Измайлову объяснить, что ничего страшного не произошло. Вторая желтая карточка у Жакыпа Кожамберды. И покидает поле 9 номер футбольного клуба «Тарас». Подвел, конечно, он свою команду невыдержанностью собственной. Так, ну и, значит, один офсайд у футболистов «Тараза». Это я продолжу статистику по угловым. 1-1. Марк Вишта тут тоже хорош был. Желтую